Ну, прежде чем начать сегодняшний выпуск, хотелось бы вновь напомнить, что календари «Вокруг света армянского» за 2023 год еще имеются в продаже, вы можете их приобрести. Ну, как это сделать, будет под этим выпуском написано. Вот если вы смотрите в YouTube, загляните под этот экран, там написана ссылочка «Заказать календарь». И далее вы заполняете формуляр, отправляете вместе с квитанцией об оплате. И будет вам счастье. Если вы живете за пределами России, то напишите по электронному адресу мне. Также там адрес имеется. Я вам расскажу, как приобрести за рубеж из России вам. Все очень просто. Так как остается уже полгода, скоро 24-й год, а вы еще 23-й не приобрели. Так что торопитесь, календари пока есть, и я уверен, что он выходит вот с 2019 года, этот календарь, и пополняется из года в год вот стопка этой коллекции. Вся информация по каждому дню и по вопросам армянской истории, армяноведения, лица, события, факты. И это будет интересно, и вы оставите своим потомкам вот такой вот уникальный календарь, уникальную коллекцию из календарей, собранных в разные годы. Можете начать это вот уже с 23-го года, если вы раньше не приобретали. Ну и также, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех, кто посылает донаты этому сообществу «Антитопор». Благодаря вам, в том числе, мы и существуем все эти 10 лет. В ноябре, кстати, будет 10 лет. И каждую неделю я выставляю фамилии, которые за последнюю неделю задонатили. Неважно, какую сумму, любая сумма. Благодарю за любую сумму. Ну, а теперь, собственно говоря, и сам выпуск. Вы знаете, в прошлом выпуске «Ханы армяне, расхитители армянских земель», он так и называется, можете его, кстати говоря, посмотреть, если не смотрели обязательно, вот перед этим выпуском он выходил. Я тогда обещал, что следом сделаю продолжение, но я решил немного перенести его на следующий выпуск, так как есть сиюминутная тема, которая требует безотлагательств. Тем более, речь идет о дагестанских народностях, многие из которых являются историческими нашими соседями и друзьями. Итак, пришла новость о том, что Махачкале понадобились лавочки да скамеечки халявные взамен на памятник. Кому бы вы думали? Ну, раз халявные, кто еще предоставляет халяву взамен на отцовский памятник? Верно, взамен на памятник Гейдару Алиеву, чем и поднят сейчас шум общественности Дагестана, а местная пресса негодует от происходящего. Властям даже приходится оправдываться, но оправдания, мягко говоря, только пуще подливают масло в огонь. Как я уже говорил недавно, буквально месяца два назад, взамен на лавочки, памятник Гейдару были установлены в Белграде и Мехико. Белград понять можно. После бомбежек НАТО муниципальный бюджет не справляется с восстановлением города уже много лет. Некоторые здания Белграда, вот как у меня за спиной, до сих пор в руинах. Зато мексиканцы одумались, сначала поставили памятник взамен на лавочки и кустики, а потом взяли и снесли. Вместо Гейдара стал я. Свято место пустым не бывает. Но вы-то, дагестанцы, вы гордые горцы, какие лавочки! Неужели вам некому поставить памятники, кроме как Гейдару Алиеву, который начал процесс азербайджанизации лезгинского населения Кубы, Яламы, Кусаров, Набрани, Кудата, Самура, десятков лезгинских сел севера Азербайджана? Вам известно, что еще в начале 20 века в этих краях были медресе, где помимо богословия лезгины изучали родной язык, и процент грамотного населения в разы превосходил, ваш процент грамотного населения в разы превосходил процент грамотного населения закавказских татар, то есть предков сегодняшних азербайджанцев.
Их всего было 2% грамотных на период 1905-10 годы. С подарком большевиков стала наращиваться эта самая азербайджанизация края, а с начала 70-х годов постепенно стали закрываться лезгинские школы, пока в нулевых уже не достигли своего апогея. Теперь их в Азербайджане вовсе нет. Хотя лезгины, которые проживают в этой стране, вторые по численности народ. Годы ни о чем не говорят. Как раз в 1969 году Гейдар Алиев стал первым секретарем Компартии Азербайджанской ССР. А в нулевых уже его сын Ильхам заменил, что вам лавочки вот эти вот установят. Я вообще долго искал и ничего не нашел из того, чем бы мог Гейдар Алиев угодить Дагестану. Он даже миру неизвестен и не нобелевский лауреат. Из народностей Кавказа, Закавказского региона только два армянина и один адык нобелевские лауреаты. Предлагаю альтернативу, причем их у меня несколько. Правда, лавочки взамен не обещаю, только справедливость обещаю. К примеру, сейчас Дагестан славится своими борцами, силовыми видами спорта. Также, так, особенно он лидирует в мире в вольной борьбе. Дагестан дал множество имен олимпийских чемпионов этого вида спорта. Однако при всем этом в Дагестане нет ни одного памятника основоположника в 1949 году вольной борьбы в Дагестане Арминака Карапетяна. Кстати, уроженца Арцаха, Карабаха. Сейчас в Дагестане десятки золотомедалистов, олимпийцев, а первых воспитал он как раз, Карапетян. В том числе первого на Северном Кавказе олимпийского чемпиона по вольной борьбе Загалава Абдулбекова. Ну, как вам идея? Может, все-таки было бы справедливее Карапетяну поставить памятник, а не Гейдару Баба Алиеву? Не хотите спорта? Хотите истории? Пожалуйста, тоже запросто. Вашим земляком-уроженцем Кизляра 1756 года является генерал-майор русской имперской армии, первый зам Суворова Аким Хастатов. Молодежь Дагестана знает о своем отважном земляке-армянине Хастатове? Думаю, нет. Потому что памятника нет ни в Кизляре, ни в Махачкале. Да та же молодежь наверняка про Карапетяна не знает. Только деятели спорта. Хотите кого-нибудь из стержневых народов Дагестана? По ним хотите памятники? Тоже запросто. Почему бы не поставить памятник Готфриду Гасанову? Он лезгин, автор первой дагестанской оперы вообще-то. Или за него некому лавочки обустроить Махачкалу? А может, богатых потомков у него просто не осталось? Почему на родине в Дагестане нет ни одного памятника легендарному бойцу, четырежды герою СССР, чеченцу Ханпаше Нурадилову, который считается самым результативным советским пулеметчиком времен Великой Отечественной войны, уничтоживший 920 немецких солдат? Почему его памятники есть в Чечне, в Волгограде, но в Дагестане нет? Может, все вместе попросим Рамзана Кадырова, чтобы он и лавочки в Махачкале установил, и памятник поставил? Кстати, у меня немало близких знакомых, которые имеют выход на Кадырова. Могу вместо вас обратиться через них. Также нет в Дагестане ни одного памятника, например, первому аварскому поэту Таджуддину Чанке. Также и первому лезгинскому поэту Етиму Эмину. Он при жизни был етимом и сейчас после смерти етим. Некому за него лавочку прикрутить. Дагестанцы, научитесь отличать кацапов от цапов. А над списочком имен, что я вам дал сейчас, все же подумайте. Мира вам и справедливости. Увидимся.